Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. В ней спрут огромный черный. Огромный черный спрут. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Алену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Алены поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Алену. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду на счет 3. Этот спрут вытаскивается из ее всех тонких тел и летит в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Готово. В клетке? Да. Спрут получает удар 50 тысяч герц. А он и так еле дышит. Хорошо. Это его проблемы. С него вышла жидкость черная. Хорошо. Что ты здесь делаешь, паразит? Я тебя еще раз спрашиваю. Всего 3 вопроса. Он не может без энергии. Ему надо... Он дышать не может. Ты вошел в биополе беременной женщины. Это преступление. Там 2 жизни. Мне все равно, можешь ты дышать или нет. Ты не должен был находиться в ней. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Алены под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Алены. Находит все. Сколько ты находишься в биополе, паразит? Он больше 2 месяцев. 2 еще там идет. Вот эти еще пальцы из нее выходили за ее пределы. 2 месяца. Хорошо. Ждем окончания реверса. Покажи, где произошла подключка, спрут. И как произошла 2 месяца назад. Подожди, просканируй ее. Есть еще кто-то или нет? Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер сканирует все 7 тонких тел. Алены находит все. Если что-то находит, отправляет моментально в клетку тюрьму, выстраивается канал. Пошел процесс. Я поняла. Он околоплодным водам пришел. Да ты что? Да, оказывается, для них это очень, как сказать, питательное. Слушай, по энергии. Понятно. Очень питательная для них структура. У меня нет никого больше. 1 канал к ним. Включай внутренний белосвет Алене. 1, 2, 3. И на счет 3 Алена выдавливает своим внутренним белым светом все негативные патогенные энергии на частотах интерферентов, а также свои собственные. 1, 2, 3. Пошел процесс. Свет пошел, выдавливает все эти энергии, и нити собираются в шар перед ней. Он в больнице к ней подцепился. В больнице к ней подцепился. Они часто выжидают там. Это ненормально. Это все равно, что я приду и сожгу твое потомство. Понимаешь? Он говорит, что он не нарушает целостность плода. Но ты энергии... Нет, ты нарушаешь еще. Как нарушаешь? Ты забрал, во-первых, ты нарушил все законы мироздания, которые себе только можно представить. Один из них – это право человека души распоряжаться своими собственными энергиями и своим будущим. Что ты не нарушил? Я сейчас спрошу Алену, если она скажет тебе скинуть галактическое ядро, ты уйдешь туда навсегда, и ты никогда ни в одной больнице больше не появишься. Вы вообще уже потеряли границы, интерференты. Она выдавила в себя. Большой шар. Как мяч. Открывается портал галактическое ядро, и этот шар уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяя. Я даю команду Алене произвести отчуждение всей чужеродной энергии, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродное по отношению к Алене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от интерферента, возвращается назад. Ты знаешь, у нее не идет энергия, у нее идет как типа яда, что ли, от которого она чувствовала себя постоянно, как отравленная, принимая его за токсикоз. Все, спрут. Он усугублял его. Хорошо, спрут. Ты слышал, что сейчас было сказано, да? Ты травил уже. Ему возвращается. Отлично. Усилию все еще раз 100 раз и даю удар 50 тысяч герц. Да он так расплылся весь уже по полу. Вернулось все.
Хорошо, установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса, забирая все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитил спрут, до последней капли микрона возвращается назад. Ей возвращаются энергии, ей возвращается радость материнства, которой она должна наслаждаться сейчас. Реверс закончился. Еще у нас что-то осталось в биополе от спрута Авера? Нет. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Даю команду Алене на счет 3 сделать импульс высокого вибрационного шока удара и отсечет себя канал к спруту. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал. Получилось? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Давай заправим Алену энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 320. Да. 25. На счет 3 в макушку головы Алены начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алена, мы закончили вашу проверку и чистку. Как вы себя чувствуете? Отлично, чувствую, много на место стало. Хорошо, что вы хотите с этим спрутом сделать? Так как я мама, я не буду причинять ему боль. Хорошо, хоть спрут этого никогда не оценит, но я спрута предупреждаю. Если он увидит тонкое тело Алены когда-нибудь в своей жизни, он должен бежать от этого в другую сторону. Потому что при малейшей жалобе я его достану и сожгу. Без всяких разговоров. Тебе это понятно, спрут? Он кряхтит, да, ему понятно. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал на чистоте спрута. 1, 2, 3. Вышвыривая спрута, вылетает туда на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Паразит. Он скатился туда со своей чернотой. Хорошо. Клетка пустая, Вера? Пустая. Хорошо. Алена. Сейчас переходим к чистке Варвары. Вы останетесь со мной, а Вера пойдет и поднимет вашу дочку. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Варвару. Варвара идет к маме. Мы спрашиваем у мамы разрешение на контрольную проверку Варвары. Она дает разрешение. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Варвары под ногами. Ложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Варвары. Находит все. У нее, кстати, есть эти черные энергии тоже, которые ей от мамы передались в горле. А как они могли к ней попасть? Они были с энергиями матери. Это она от мамы подхватила, получается? Она от мамы подхватила эти энергии, но у нее есть еще что-то. Сканер найдет. Ждем окончания. У нее неупокоенная душа. Так, неупокоенная душа уходит в клетку. А все. Хорошо, эти энергии в ней присутствуют, черные? Да. Я даю команду, включая внутренний белосвет Варваре. 1, 2, 3. Варвара выдавливает из себя все негативные и патогенные низковибрационные энергии, все эти черные пятна. 1, 2, 3. Пошел свет. Получилось, да? Хорошо. Так, Вера, я думаю, не думаю, есть смысл опять притягивать эту тушку этого спрута. Это его энергии точно, да? Открывается под шаром портал галактическое ядро. 1, 2, 3. Шар улетает на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. Я даю команду сканеру просканировать отдельно горло Варвары. Маячками указать места, где сбой произошел, почему у нее постоянно кашель. Пошел скан, сканирование головы и горла и дыхательных путей. Слушай, недыхательный путь, он спускается дальше. Да. Он показывает игрушку какую-то у нее в виде куклы, она одушевлена. Ничего себе. И где она находится, эта кукла? В ней? Нет, дома у нее находится она. Кукле присутствует. Человеческий волос. Не знаю, что, но, в общем, тот или тот, кто ее делал, там она как одушевлена, она и завидует. Как эта кукла выглядит приблизительно? Я надеюсь, мама знает. Алена, вы знаете, о чем идет речь? О какой кукле? Варвары с игрушками, к сожалению, тоже очень много. Кукла небольшая, у нее волосы по плечи. Хорошо, я думаю, найдет. Белые. Так, я даю команду на счет 3. Эта кукла появляется в нашей комнате диагностики в клетке-тюрьме. 1, 2, 3. Притягивай ее. Кукла в клетке.
поставим монитор и давай посмотри, что там такое внутри. Если там живое. Вообще какой-то фильм ужасов. У меня глаза закрываются, открываются. Вера, у нас не было такого на первом сеансе с этой куклой, ничего? Нет. Но эта кукла ручной работы. Вот тот, кто ее делает, он ей гладит волосы, разговаривает с ней, вставляет ей глаза. Он ей говорит что-то постоянно, пока он ее делает. Что же он такое говорит, он что она так... Он как одушевляет ее. Я понимаю. Что же это, как это влияет на ребенка? Кукла хочет захватить ее. Ее тело, вернее. Кукла хочет захватить ее тело. Значит, там присутствует какая-то сущь. Или душа какая-то, подобие души, да? Видимо, да, что-то примитивное. Хорошо, если что-то примитивное присутствует в этой кукле. Один, два, три. Сила моего намерения, оно отделяется и становится рядом в клетке. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Ну, вот эта кукла, она меняет образ. Сейчас она превращается... Снимается маска. Не останавливается, он постоянно меняется. Это не сущность, это, знаешь, больше то, чем ее наделили. Чем ее наделили? Зависть, власть, хорошо, капризы, какие-то сгусток каких-то вот этих эмоций. Понятно, хорошо. Давай попробуем еще одну вещь. Выстраивай канал от куклы, притягивай ответственного. Один, два, три. Ответственность за эти энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится заложником. На клетку никто не притягивается, просто на экране этот мужик, мужчина, который делает эту куклу, переговаривая да. Что-то. Хорошо. Как оно влияло на кашель Варвары? Пошла информация. Она не влияла на кашель Варвары. Она пыталась захватить ее тело, и у нее больше ноги и руки как-то снизу вот, с ней связаны. А кашель, угу. Там вот эти черные энергии, вот эти спрута. Есть, легкие и горло. Есть они еще в ней? Нет, их уничтожил сканер. Хорошо, я даю команду, под этой куклой открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и она улетает на переработку. Сжигаем все, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ты посмотри, какие вещи есть. Захожу к Варваре, кладу руки на плечи, помогая моей энергии сделать импульс высокой вибрационного шока удара, отстегнуть все каналы, если таковые есть. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Обращаясь к неупокойной душе, кто ты, представься, как тебя зовут? Анжела. Анжела, почему ты находишься в биополе ребенка? Это был самый быстрый путь уйти на небо, она говорит. Хорошо, скажи мне, откуда ты? Ты узнала, то, что мы открываем порталы, светлый портал? Она ребенок. Хорошо, Анжела, а как давно ты умерла? Как давно тебя нет на Земле? Она три пальца показывает. 3 года. А сколько ж тебе лет сейчас было бы? Она не знает, но ей 4 было, когда она умерла. Хорошо, Анжела, а почему ты сразу не ушла, ты не знаешь? Мама не отпустила. Хорошо, Анжела, я не собираюсь тебя задерживать, ребенок все-таки. Ты готова уходить в светлый портал, в новую жизнь? Да, она кивает. Хорошо. И я даю команду, на 4 открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Анжела уходит в этот светлый портал, ее встречают кураторы, все ее родственники, родственные души, все, кого, кто ее знал или знает. Встречает ее Вера? Но ее встречают ангелы, то, что ей понятно, она как в платье припрыгивает. А нам кто-нибудь может дать информацию, что с ребенком случилось? Или это программа была? Недосмотр матери идет ответ. Хорошо, благодарим за информацию. И желаем Анжеле всего наилучшего в новой жизни. Закрывай, опечатывай, растворяй. Всегда неупокойные души задевают. Посмотри, сколько энергии нужно Варваре и какая частота вибрации. 120 и 18. На 4 макушку голову Варвара начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 120% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 18 Гц. Пошел подъем. Значит, маме идет как информация. У Варвары, как и первый раз, у нее энергии, они закачиваются, и потом по чакрам, как в диске превращаются, начинает крутиться, смягчая, излечая ее.
Значит, мама может сперва представлять обязательно негатив, который есть в Варваре, выдавливать его, включая туда негатив, болезни, эмоции, капризы, все, что есть у ребенка. И потом заполнять ее энергиями и представлять по чакрам, как они, как диски становятся, они излечают ее. Она должна визуализировать все, что она делает при этой процедуре. Обязательно. Вот. Хорошо. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алена, вы слышали совет куратора. Это кураторы так говорят. Я надеюсь, вы примете эту информацию правильно и будете чистить Варвару согласно этой инструкции, выдавливая и визуализируя это все. Дело в том, что ребенок без вашей защиты до 16 лет, он практически безоружен. Мать до 16 лет ответственна за своего ребенка, за выставление ему защиты. Если вы не будете это делать, ребенок просто не в состоянии в таком возрасте сам себе это сделать. Поэтому это какая-то в какой-то степени даже ваша обязанность защищать энергетически своего ребенка. Тогда бы вот такие сущности не зашли. Хорошо, Вера, мы закончили? Да. Будем возвращать Варвару назад в систему биоробот-душа. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Варвары в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У нее Меркаба активирована, Вера? Посмотри. У нее Меркаба активирована, и идет информация, что кукла не дома. Ах, не дома. А где она? В другом месте, да? В другом месте. Хорошо. Не дома. Готово. Хорошо, отключайся от Варвары и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Хорошо, Алена, мы сейчас будем вас возвращать. Вы поняли, как правильно выдавливать негатив из Варвары, из себя? Как это визуализировать? Это надо обязательно себе представлять. Даже если вы не видите, вы должны просто чувствовать себе, где что может находиться, вот это и есть ключ. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, она будет стараться. Хорошо. Защищать детей. Замечательно. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Алены в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И еще идет информация, что Варвара, она по эмоциям очень сильно смотрит на маму. Копирует ее, да, есть такое. Было. Поэтому мама должна контролировать. Да, самой быть позитивней и ярче. Хорошо, Алена, вы это услышали. Это действительно очень важный момент. Ребенок копирует маму. Если вы нервная, она будет нервная. Если вы добрая, она будет добрая. Все просто. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.